Ежегодно каждая волость предоставляет руководству Краевой Думы данные о тех дорогах, которые остро нуждаются в ремонте. После этого депутаты принимают решение о выделении средств на необходимые работы. В 2014 году из краевого бюджета на эти цели было потрачено 200 тысяч евро. Правда, как отмечает вице-мэр Даугавпилского края Арвид Куценс, этих денег недостаточно для того, чтобы привести в порядок все дороги. Для таких волостей, как Калупы, Ваболы, особенно туда, за железные дороги в сторону Ликсна, Акалупа примерно пол волости, там, ну, там в одной волости надо 200-300 тысяч евро, чтобы там испокон веков никогда не были ни грантовые дороги, ничего, они просто земельное покрытие, земельное и так далее, что оставшиеся с колхозных времен. Есть волости, которые на стартовой позиции уже лучше было, как в Демино очень хорошо они. Ну, хозяйство в те времена уже, там поддержание просится. Науины очень много, да, надо. Эти вся дорога, которая идет, скажем, по Аугдагову, да, Даугавослоки, которая выходит здесь в Науины, поворачивает, выходит там уже под границу, она тоже волосная дорога и просится уже несколько километров уже подсыпку делать. Если говорить о Латгальском регионе, то капитальный ремонт требуется и на трассах республиканского значения. Ведь несмотря на то, что ответственность за их состояние несет госструктура Латвии Свалсцели, многие из этих дорог представляют собой жалкое зрелище. Сплошные ямы и ухабы. До 2020 года эти планы есть. Как каждый, трудно сказать, потому что зависит, как будет бюджет составляться в Министерстве путей и сообщения на следующие года и какой алгоритм они туда внесут. Идет речь, в принципе, от Ницгале до Ерсики. Вот это самый такой печальный участок, наверное, на Рижской трассе, если мы так едем. Да? Плюс нам больше волнует дорога, которые конкурс провели, еще неизвестно результаты, как там будет, Шпоги, Даугавпилс. Вот это уже надо быть, если все пойдет так, она должна закончиться к концу лета 2016 года. Руководство Краевой Думы рассчитывает на то, что правительство и Министерство сообщений не оставят Латгалию без внимания, и дороги будут отремонтированы согласно планам и предвыборным обещаниям.